Тільки гарні новини про цікаві події на телеканалі «Трофеї». Вітаю вас, друзі. І сьогодні у нас дуже цікава розмова тут у студії. Як ви можете бачити, поруч зі мною сидить гуру фідермен Євген Чертінков. Привіт всім. Да, і не сам, а ще з ким, Жень, з ким ти прийшов і, власне, яка тема і чому ти тут? Я прийшов зі своїм хорошим товаришем, уже можна сказати, з колегою, з напарником. Павел Шульга його зовут. Прошу, уважаємо зрителі, знайомитися. Всім привіт. І сьогодні ми пообщаємося з тобою о риболовній школі номер 1. Це перша в Україні онлайн-школа, яка буде обучати рибаків класно ловити риби і багато ловити риби. От. По цьому поводу сьогодні і пообщаємося. Ну, про те, що риболовна школа номер 1 має якось відбутися і вийти на ринок, якщо можна так назвати, можна так сказати, я чув від тебе, я тільки не знав, що дійсно ви так назвете свою школу, риболовна школа номер 1. Онлайн риболовна школа. Як це? Що це? Я займаюся професіональним обученням в онлайн. У нас є різні курси по продвиженню сайтів. К рибалці ніякого відношення не мають. Но я дуже люблю фідерну рибалку. Давним-давно підписаний на Женю. Може бути, як багато з вас учився по його відеороликам. Лопатив огромне кількість контенту. І на очередній рибалці в 6 утра ми на наступний день плануємо ще одну рибалку. Я думаю, чому не написати Жені, не пригласити його з нами. Я просто взяв, написав в інстаграмі. Зараз багато скажуть, а що так можна було? Да, можна. Було. Просто написав Женя, говорю, Женя, ми завтра виїжджаємо в таке-то місце, в таке-то компанії, у вас стільки-то часу, давай ми з тобою заїдемо, погнали з нами половим рибу. Ко мне много приходять, ти розумієш, в личку, сообщений, в директ, в фейсбук, в інстаграм, типа, Жека, поїхали на рибалку, може бути, а когда-то. Тут Паша конкретно, чому я зацепився за це предложение, поїхати на рибалку. Я відкриваю, Жека, ми виїжджаємо, привіт, мене звуть Паша, я там давно на тебе підписан, ми виїжджаємо тогда-то, туда-то, поїхали з нами. Чітко, структуровано, понятно. Я говорю, чому б ні, поїхали. І в якийсь момент, ісходячи з того, що я займаюся онлайн-образованням, мені прийшла, кажется, фантастична ідея, невероятна для многих з вас, зробити те, що ми делаем, вміємо делать хорошо, це упаковувати продукти, це продавати, доносити цінності, но при этом, коли у нас є вся структура, там, з відділом продаж, з маркетингом і так далі, в эту структуру поместить курс по рибалке для того, щоб всі люди, які нет возможности так лично пообщаться с Женей и спросить у него вопрос, могли это сделать, но через онлайн. И я предложил Жене, говорю, Жень, давай сделаем курс. Ну, ты меня знаешь, я максималист сразу же, поэтому Паше говорю, ну, зачем только один курс? Давай мы с курса начнем, а потом сделаем огромную рыболовную онлайн-школу для всего рыболовного сообщества, где человек сможет зайти, обучиться рыбалке, применить это все на своем опыте и, скажем так, ускорить свое развитие там, на 20, на 30, на 40% быстрее рыболовное, понимаешь, в чем дело? Пришла такая идея, мы пообщались и как бы начали заниматься контентом образовательным. Ты знаешь, как человек, который занимается съемками, это непросто. И на данный момент курс «Фидермен», это первый курс в онлайн-школе рыболовной номер один, это 12,5 часов уникального полезного контента, структурированного. В мене питання, знаючи тебе так довго і знаючи той контент, який ти робиш, так само в Ютубі, практично вже ніяких секретиків нема. Людина може зайти в Ютуб, вам відкриється мільйон просто відповідей. Чим ваша школа, онлайн-школа, зазначаю, онлайн-школа, номер один, чим вона принципово відрізнятися буде або зараз вже відрізняється від YouTube-контенту? Саме головне, ти сам відповів на свій вопрос. Для того, щоб навчитися что-то сделать на Ютубе, а Ютуб это все-таки, как Паша говорил, больше развлекательная платформа, но в то же время тогда люди заходят поучиться и получить так называемый help-контент, который помогает саморазвитию. И нужно потратить огромное количество времени для того, чтобы все это пересмотреть. На своем курсе я дал структурированный контент, 28 занятий, они не идут по 2 часа, занятия идут от 15 до 40 минут в зависимости от темы, ты сам понимаешь. И человек получает структурированный, готовый контент для того, чтобы нигде не бегать по Ютубу, не искать. Он четко садится в своем личном кабинете, смотрит эти уроки, задает вопросы нашим менеджерам,
которые есть в техподдержке, некоторые задают лично мне. Вот об этом пусть Паша расскажет более детально, именно о техподдержке. Потому что мы своих, скажем так, можно сказать, клиентов, рыбаков, мы их ведем в течение всего курса обучающего, который длится целых 2 месяца. Школа – це дзвінок для мене, да? Для багатьох із нас. Школа – це дзвінок, пішов урок, да, 2 місяці. Яким чином людина, ну вона має прокинутись там о 7 ранку, щоб о 8 вже бути в школі? Ну от, а тих, от, да, Паша розкаже. Немножко технічних особливостей, тому що дуже багато людей, які смотрять нас, некоторі з вас думають, що ви знаєте все там о фідерній рибалці, точно онлайн школа не нужна. І я би сам мог би преподавати і зробити таку школу, чим вона відрізняється його знання від моїх знань. Но здесь важно понимать один очень важный смысл, то, что знание и контент – это одно, а есть другая сторона этой медали. Есть, допустим, огромный там маркетинг, который выстраивается вокруг школы. Есть там сайты, есть рекламы, есть блоги, есть договоренности с рекламой там и партнерские там с трофеями и так далее, и так далее. Потом есть онлайн-кабинет, который тоже специально разрабатывался под этот курс, в котором есть записи всех уроков, которые сделаны там невероятным качеством, с огромным количеством бонусов, ссылками, примерами и так далее, и так далее. И, конечно же, поддержкой. Мы с точки зрения онлайн-обучения, мы видим контент, а потом у нас стоит вопрос, как вот этот контент максимально донести до людей для того, чтобы они получили лучший результат. Потому что только через результаты мы получим своих повторные уже продажи, клиенты, и люди будут возвращаться к нам, покупать следующие курсы, связанные там с карповой ловлей там, так, и так далее, и так далее. Поэтому мы придумали такую штуку, как называется поддержка. В течение 2 месяца человек может задать любой вопрос. И уже у нас прошло много учеников, и все эти ученики, мы видели эти вопросы. Они невероятно разнообразные вопросы. 100%. Есть кто-то снимает видео, правильно ли я сделал. И многие там фотографируют, многие на водоеме, многие выезжают на водоем, многие стоят прямо в магазине, а что мне из этого всего выбрать? И, конечно же, они будут намного больше доверять именно нашему выбору. И теперь поддержка, это же очень важно. Люди, которые отвечают на эти вопросы, вот, вот, да, вот, я вижу по вашим глазам этот вопрос. Наскільки швидко відповідь іде? Наскільки да. швидко? Мгновенно. Смотрите, да. Це не бот, це да. жива нет, нет, конечно. У нас целый отдел людей, call которые... Колл-центр? Да. Смотрите, колл-центр – это отдельная история для того, чтобы продать. Вы можете 24/7 в любой момент позвонить нам, и вас проконсультируют о продаже. Это онлайн-школа. А потом у нас есть целая технология по тому, как вы задаете вопросы. У нас нет звонков, у нас есть целая технология. Внутри самого кабинета вы задаете вопрос, и эти вопросы выстраиваются в порядке очереди у сотрудников, которые 24/7. Там опытные рыбаки, которых тоже я обучаю. Да-да-да. Действительно, есть вопросы, которые, на которые может ответить только сенсей. Да. И я на них отвечаю. И благо у нас есть, да, у нас есть к кому обратиться. Мы спрашиваем, если что-то мы не знаем, но мы с вами должны прекрасно понимать. Для каждого из нас любой непонятный вопрос, он возникает впервые. В рамках школы этот вопрос уже, там, не знаю, 50 раз задавался, и мы точно знаем, как на него ответить. Если какой-то вопрос задается, который задается впервые, нам нужно посоветоваться. У нас есть сенсей, у которого мы все это спрашиваем, и люди получают только вижимка, ну, точно 100% правильний ответ на свой вопрос. Добре, я отримую знання з вашої платформи, з вашої онлайн-школи. Да. Чи наживо я зможу зустрітися, чи будуть якісь наживо практики, от наочні, наживо на водоймах? В планах это стоит обязательно, то есть будут живые встречи на воде, семинары, это планируем. Потому что, что касается именно курса Фидермен. Курс Фидермен – это первый курс, который появился в нашей рыболовной школе. Соответственно, она будет развиваться. Дальше там будут курсы по карповой ловле, по флетфидеру, по спиннингу. Я не буду открывать все карты. Это будут очень знаменитые люди в мире рыбалки, с которыми сейчас уже со многими провели переговоры. И они дали свое согласие делать такие уроки для наших уважаемых рыбаков. Окей, ну, знання – гроші. Тож зараз питання логічне щодо how much in the fish, да? Тобто, скільки воно стає людям, тому що питання одразу ж виникає. Я впевнений, що зараз вже це питання у всіх виникло. У нас там стоимость стартует от 50 долларов и в зависимости дальше от пакетов, за которые два месяца. За 2 месяца обучения, поддержки, онлайн-кабинет, который останется с вами навсегда, 12 часов 15-летнего опыта человека. Большой у меня слишком просто опыт, и поэтому, когда я людям дал информацию, я вижу все вопросы, которые мне присылают, я вижу все ошибки, я знаю, что люди делают на фидерной рыбалке не так. На самом деле,
когда многие пройдут курс, они будут удивлены, как на самом деле фидерная рыбалка просто, и как Жека все это просто объяснил, понимаешь, в чем дело? Всі ми розуміємо, що зараз у нас зимовий період, і взагалі зараз вже всі з надією, я знаю, дивлячись там Facebook, всі з надією, що все ж таки вода стане твердою. Фідермен – це все ж таки не тверда вода, і не йде мова про тверду воду. Да? Коли записуватись? Чи можна прямо зараз записуватись? Чи де брати потім цю практику, чи що? Дійсно, зараз продажі упали, але тим не менше, вони є, люди покупають. Ви спросите, чому? Потому что подготовка к путешествию – это часть путешествия. И очень многие люди красиво покупают сказал. Сейчас курсы, и они их покупают, они учат, они смотрят. Это такое ощущение, что это немножко приближает весну. И да, конечно же, весной будет всплеск, но тем не менее, люди с огромным удовольствием сейчас изучают материал. Да, невозможно практиковаться, именно поэтому поддержка у них стартнет тогда, когда они выйдут на водоем. Мы видим огромное количество заявок. У нас нужно оставить заявку на сайте, тебе перезванивает менеджер, рассказывает все условия, человек выбирает себе там три вида пакета, соответственно, от своего опыта рыбалки. То есть можно взять новичок, можно взять профи, можно взять продвинутые, разные пакеты, разные цены. Я людям объясняю, что весной, ребята, будет огромнейший навал. Я это знаю, я это уже вижу. Я им говорю, что сейчас самое время обучаться. Вот самое время. Декабрь, январь, февраль поучились, в марте на водоеме уже, короче, соседи своих облавлюєте. На завершення, що б ви от конкретно хотіли б сказати, перед тим, як я запитаю останнє таке питання про школу, риболовну школу номер 1. Окей, давай, Шелопан. Я що хотів сказати, коли нам з вами дуже сильно повезло, коли у нас з вами спрашують, яке у нас хобі, ми швидко відповідаємо, не думаючи. Це рибалка. Я вважаю, що ми невероятно щасливі люди. Але якщо ми спросимо у більшості людей, прямо зараз вийдемо на вулицю, і спросимо чоловіка, а яке у тебе хобі, я думаю, что 9 из 10 замнутся, не будут знать, что ответить. И одна из моих целей, как человека, как любителя, не как профессионала, уже не профессионала, каждого человека научить для того, чтобы он точно ловил. Моя цель – это то, чтобы у каждого человека, когда у него спросили, какое твое хобби, он смело мог ответить, что это рыбалка. Я себе хочу сказать первое. Во-первых, мы забыли, кстати, упомянуть, что уже у нашей школы есть партнеры, и это довольно-таки весомые партнеры. Первый же, конечно, у нас любимый партнер, телеканал «Трофей» информационный. Спасибо большое, да, телеканал спасибо «Трофей». Вы всегда поддерживаете все начинания, вот рыбалки какие-то новые. Второе отдельное спасибо компании «Флагман». Однозначно, самая крупная компания в Украине, которая, мало того, всем ученикам предоставляет, которые пройдут курс, уникальные скидки в розничной сети и в интернет-магазине «Флагман». Огромное спасибо нашим партнерам. И подытожить, что хотел сказать. Рыбаки, рыбачки, рыбачки и рыбацюги. Онлайн-школа номер 1, курс «Фидермен» – это действительно мега-уникальный, мега-полезный контент, который вам поможет развиться как рыбакам. У нас есть куча всяких своих предпосылок, зачем мы должны этому научиться. У кого-то там доказать своей жене и любимой, что я классный рыбак. Кто-то хочет стать спортсменом, кто-то может хочет сделать карьеру. Ну, допустим, такую, как у меня или у каких-то там наших других рыбаков. Онлайн-курс «Фідермен», риболовна школа номер 1, вам в помощь, і я даю вам гарантію, що це вам поможе. На завершення в мене питання. Чи є і будуть екзамени, як вони в двох словах виглядають, і що за це отримують люди на руки? Екзамен обов'язково буде, в тому-то і діло, що це школа. Я під курс «Фідермен» спеціально прописав тести, на которые ребята отвечают, потом мне их скидывают, я их высматриваю. Под каждый урок прописано несколько вопросов, варианты ответов. Тесты сделаны на внимательность. Ну что ж, друзья, час сплив наш. У нас были Павло Шульга, Євген Чертінков и денні натхненники риболовної онлайн-школи номер 1. Від нас, від телеканалу «Трофей» і від себе завжди ми... Невеличкі презенти. Це наші ось такі от фірмові кепки. Ну, знамениті, з фонариком. Да, з ліхтариком. Все. Ну, а далі там вже що корисно буде і в машині, і на ведрі, до речі. Да. Це спасибо вам. Клас. Спасибо огромное.
Ну, мы, соответственно, да, тоже конечно сделаем, же, конечно же, подарок. Максимальный пакет, который есть на нашей школе, будет доступен для вас. Обучайтесь, учите. Специально для тебя. Увидимся в специальном VIP-чате теперь, где мы будем с тобой общаться. Ты пройдешь тоже обучение, разумеется, совершенно безвозмездно, да, то есть даром. Будем рады видеть тебя в нашей школе. Дякую. Ну що ж, на цьому вже ставимо крапку. Ще раз нагадую, що внизу ваших телеекранів ви бачите інформацію про онлайн-школу номер 1 риболовну. І все, до зустрічі, звичайно ж, або у школі, ну і на телеканалі Трофей. Спасибо, Трофей, за підтримку. Всім пока.